Самір Уруджев, голова обласної організації азербайджанської молоді Миколаєва, прагне об'єднати азербайджанську молодь і долучити до суспільного життя міста. За освітою – юрист. У вільний час любить плавати, їздити верхи. Доброго вам ранку. Скоріше, навіть доброго не доброго ранку, а салам алейкум. Уалейкум ас-салам. Меним Адим Олена. Меним Адим Самір. Наджесен. Неджесен. Саго, яхшем. Друзі, для тих, хто дивився першу програму власне з вивчення азербайджанської мови, хочемо трішки пояснити, що власне це відбулося. Це був діалог, так? Саме привітання і знайомства. Я розповіла, як мене звати, запитала, як справи, і ви мені відповіли, як справи, але я не зрозуміла, як. Я сподіваюся, що це було відповідь, все добре. Так, все хорошо. Да, я відповів, що все хорошо. Сьогодні в нас зовсім інша тема, так? Так, действительно, мы, это второй наш, скажем, урок, который мы сегодня будем изучать еще несколько слов. И хочу напомнить, что Азербайджан туркоязычный, относится к туркоязычным народам, поэтому советую вам ключевые, хотя бы минимальные слова выучить, воспользоваться этим, так как в первом уроке мы 5 слов прошли, сегодня здесь 6 слов, и я думаю, что оно вам как минимум, те, которые люди любят отдыхать в Турции, им эти слова пригодятся. Ну, взагалі, в кого є знайомі, які знають цю мову, буде, я думаю, дуже приємно, якщо хоча б декілька слів поговорити, скажімо так, азербайджанською, так? Взагалі, що відчуває людина, коли говорять її рідною мовою? Ну, для кожного чоловіка рідний язик, він є рідним. Тобто, він теплим, рідним, своїм. Вот. Поэтому также и для азербайджанцев является азербайджанский язык родным. Он более для человека свободный для передания своих мыслей и общения. Поэтому я думаю, что для каждого комфортно разговаривать на своем языке, кто затрудняється розмовляти на інших язиках. Давайте сьогодні ми будемо вивчати слова, які пов'язані у нас із тим, я б нам сказала, як розказати, що я, ти, тобі, ми безкоштовно, за гроші, так, або взагалі. Так, давайте розпочнемо. Що будемо розпочинати? Я би хотів почати зі слова. Кожен чоловік, який приглашає себе в гості, або к нему приходять в гості, якщо здесь... Тобто цим словом я маю зустрічати вас наступного разу. Да, дело в том, что здесь, может быть, дословно не принято в Украине каждый раз гостю говорят «добро пожаловать», да? Но это у нас как бы является, так скажем, атрибутом главным. Ну, у нас просто двери открывают, и это уже означает, что уже запрошуем. У нас еще сопровождается словом «добро пожаловать», поэтому в обязательном порядке мы говорим «хош чальдин» или «хош чальдис». Чальдин – это в единственном числе, а хош чальдис – добро пожаловать, это как бы всем. Еще раз. Хош чальдис. Хош чальдис. 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 Тобто не дивимося, що там, як наша «г», вона нас може трішки сплутати, так? Да, можна сказати, що в письменній формі буде «г». Хош чальдис. Ну, виговорюємо ми «хош чальдис». Хош чальдис. И это человеку приятно, вот, поэтому это показывает еще дополнительную гостеприимность, что человек рад встречать того или иного гостя. Далее, наступное слово. Следующее слово – это будет «я», одним из главных слов. И у вас на имени, так? «Я» – имени. Да, да. «Мене», «мені», «я». То есть это одно из главных слов. «Мен» – это «я», так? «Я». А «сен» – это «ты». Это, скажем, уже второе слово. «Мен» – «сен». То есть, может быть, даже с этих слов, тех, которых мы изучали, можно уже строить какое-то предложение. Но, по крайней мере... Ну, навіть, когда мы вивчали «мене звати», то там было «меним», «адим», так? Да, «меня зовут». То есть «мен» – «меним». Меня зовут. То есть это, в принципе, несложно, слова друг друга похожи, поэтому я думаю, что эти слова изучать будет несложно. Ты сен, тоби
Сене. 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 Сен. Сене. Одна буква додається, буква Е, і виходить вже ще одне слово у нас. Следующее слово у нас дай. Перше слово, яке кажуть діти. Ну, добре, не перше. Перше мама, друге дай. Да. Вот. Поэтому одним из главных слов тоже является дай. Это будет вер. 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 Мягенько. Да, вер, например, вер мене. Дай мне. Вер мене. Вер мене. Ну, не так складно, як мені здавалося на перший погляд. Да, всего лишь три буквы. Я думаю, что это азы. І вони, я думаю, запам'ятаючі слова, поэтому слово. Ми спеціально вчимо легкі слова для того, щоб вас зацікавити, щоб ви продовжили вивчати ці слова, так не налякати всією складністю. Да, дабы показать простоту азербайджанского языка. Следующее слово, одним из главных слов, которые используются во многих мест, это деньги. Гроші. Пул. Слово пул. Пул. Да. Дуже просто. Пул. Да. Хотя некоторые слова... Вер, пул, мене. Вер, мене, пул. Дай мне деньги. Да, или не дай деньги. Тоже верно. Да. Кстати, эти слова, слово дай, это, то есть деньги, это будет пул. В Турции тоже некоторые понимают это, но у них это слово чуть-чуть отличается. У нас пул, там пара. В общем, поэтому... Заверните увагу, так? Да, слово пул может быть непонятным для, во время туризма. Поэтому слово пул, хотя многие знают. Вот. І від цього ж слова «гроші» у нас походить слово «безкоштовно». Також да. Бачимо, що приставка «пул» залишається, так? Да. Следующее слово, да, действительно, приятное слово. «Пулсус» називається. Це «безкоштовно». Чи люблять азербайджани давати щось безкоштовно? Да, действительно. Пригощати, наприклад. В Азербайджані, якщо, к примеру, видят кто-то, какой-то гость, который не знает местность или еще что-то, они любят как гостеприимно пригласить, хотя, может быть, это даже человек, скажем, местный, но он, скажем, с Баку, а он пришел в какое-то село. Там обязательно только видят, что это не сельский человек, его могут чем-то угостить, поприветствовать, пригласить даже домой. То есть, поэтому мы сами, когда ехали отдыхать в горы, когда еще в детстве, то мы, когда даже маленькие были, мы когда шли в поход в горах, были места, где тандыры были, хлеб пекли. И там всегда нам бабушки говорили, ой, вы идете в горы, поднимаетесь, давайте я вас угощу хлебом. Всегда нас угощали. Хотя мы тоже местные, как бы это самое. Ну, гостеприимность, это всегда у нас есть. И у нас залишилося одне слово, это якщо нам щось пропонують за пул або за пулсус, так? Ми можемо його взяти, так? Так, да, возьми. Кетюр. Кетюр. От дуже складне. Тут виходить декілька слів, декілька букв одразу, так? Декілька да. літер. Ну, здесь перша буква «дж», вторая «е». «Дж». 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 «Тюр». «Дж». «Тюр». 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 Да. Більше навіть чимось на англійсько-французьку схоже. Ну, возможно, да, какие-то звуки похожі на другі язики, но «тюр». Як адаптувалися азербайджани безпосередньо у Миколаєві, Миколаївській області? Чи зберігаються традиції? Які традиції продовжують виконувати? Які свята продовжують святкувати, відзначати? Ну, діло в тому, що азербайджанці, як і всі інші народи, як українці, русські, всіх рознесло куди-то. Тобто, наприклад, скажімо, я опять же вернусь в Турцію, там є квартали, де живуть русські, українці, уже постійне місце жительства. Ми знаємо, у нас також турки є окреме поселення навіть в Миколаївській да, області. Да, так, є мескітинські турки, які тут вже проживають. Здесь і також і болгари, і тому подобне. Ну, кого-то
отсюда туда, кого-то оттуда сюда занесло. А азербайджане так само всі разом? Чи? Азербайджан, с учетом того, что Украина, Азербайджан являлись бывшим, в состав входили Советского Союза, и, естественно, в Азербайджане есть много украинцев и других национальностей, а также в Украине есть и азербайджанцы, и также другие национальности. Кого как-то по работе, кто-то по практике или по университету попал сюда. Также здесь много проживает азербайджанцев. И несмотря, что они находятся вдалеке от родины, они сохраняют свой язык, обычаи, традиции на свадьбах. И остальные традиции, которые идут спокон веков. Вот. Также же традиции приготовления блюд разных, сладостей, отмечения определенных праздников, ну и других традиций. А наші якісь традиції берете, використовуєте, чи все ж таки більш сторонньо? Значит, с учетом того, что, опять же, Азербайджан входил в состав СССР, от Советского Союза нам остался праздник 8 марта, который также отмечается, и Новый год. Вот эти два праздника, которые с советских времен нам осталось, и мы эти праздники как-то, ну, празднуем. Это то, что касается. Есть еще ряд других праздников, которые мы касаемся. Также вот был сюжет, где был показан определенные праздники, но данные праздники некоторые являются новыми праздниками. Это праздник как праздник цветов, когда в Азербайджан завозится из всего мира разных цветов и делается праздник цветов, разных декораций красивых и тому подобное. Также из новых праздников есть праздник нар, граната. Вот, еще есть такой праздник. Ну, естественно, какие-то концерты происходят, мероприятия, как бы веселье, как бы, ну, весело проходит в Азербайджане в эти праздники. Но есть и также наши праздники, которые испокон веков остались. Эти праздники празднуют не все. Ну, не только Азербайджан, вот и Иран празднует, Азербайджан, там Таджикистан, по-моему. Это праздник Новруз-Байрам. Это праздник указывает на то, что приходит весна. К примеру, вот скоро будет у нас этот праздник. Это происходит в марте месяце. У нас якось в Миколаєві також відзначають його чи ні? Ну, саме спілка. Дело в том, что да, проходят определенные мероприятия по этому празднику, но если бы даже этих праздники в официально не проходят, то в любом случае этот праздник проходит в семейном уюте, в домашнем, возможно, что без каких-то традиций, потому что этот праздник предусматривает, к примеру, скажем, один из видов, значит, того, что праздник каждый может постучаться в дверь, оставить свою шапку пустую и прячется. И человек открывает, видит эту шапку, он берет, естественно, у нас праздник, дома много разных сладостей, выпечки и тому подобное. Он должен, и также фруктов, заполняет эту шапку, оставляет и закрывает дверь. Человек, который положил эту шапку, возвращается, забирает ее. И так вот стучат. Возможно, что этого здесь как бы не практикуется. Но оно в Азербайджане есть. Вот. В детстве мы сами ходили, стучали, шапку оставляли. Ну, это было интересно, скорее всего, чем больше что-то покушать. Поэтому эта традиция здесь не сохранилась. Ну, как бы, потому что не всі сусіди поймуть цього. Вот, ну, але все ж таки між твоїми, я думаю, що можна буде спробувати таку традицію відновлювати. Так, наприклад, піти до бабусі в гості, так само виконати такий обряд. Да.
может быть, кто-то единичные случаи могут и так это самое. Я вам дякую, що ви до нас завітали. Дякую, що нам роз'яснили, розповіли більше про свята, про традиції азербайджанців. Сьогодні ми вивчили досить багато слів. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в нашій студії був Самір Оруджев, голова обласної організації азербайджанської молоді Миколаєва. Ну і мені б дуже хотілося, щоб наостанок ми з вами попрощалися з нашими глядачами разом. Можливо, побажайте їм всім свята в душі, так? Щоб свято було завжди ми його відчували. Тим паче сьогодні понеділок, лише початок робочого тижня. Çok sağ olun. Hamınıza evinizde aile saadetliği, hoşbahtlığı arzuluyorum. Я сказав спасибо всім. Желаю вам в домі завжди домашнього уюту, сімейного щастя.